программе «Дальневосточная ипотека» грядут изменения. Кредит на покупку и постройку жилья увеличат до 9 миллионов рублей. И получить ипотеку теперь смогут работники ОПК. Изменения внесут по поручению президента РФ. 30 единиц техники работают на приморских дорогах. Дорожники очищают трассы от снега, покрывают асфальт. Средством против льда чистят остановки. Главная задача – сделать путешествие по трассам Приморья зимой безопаснее. Почти 100 общественных пространств обновили в Приморье. За этот год нацпроект «Жилье и городская среда» помог благоустроить 96 парков, дворов и скверов. На еще 8 объектах идут работы. Они будут сданы в скором времени.